больше 20 командировок в горячие точки. Магаданский отряд «Мобильный» особого назначения образован почти 27 лет назад. За это время бойцы подразделения прошли через первую и вторую чеченские кампании. Из таких командировок магаданский ОМОН возвращался в полном составе, несмотря на то, что и раненые, и контуженные были. Подразделение было создано для обеспечения общественного порядка. Среди приоритетных задач, возложенных на ОМОН, по сей день остаются обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Сотрудники ОМОН занимают лидирующие позиции при проведении различных спецопераций. В любой момент они готовы по приказу отправиться в командировки в горячие точки для выполнения служебно-боевых задач. Случайных людей в ОМОНе вы не найдете. Все здесь служат по призванию и убеждениям. Сотрудники ОМОНа охраняют общественный порядок на публичных, культурных и спортивных мероприятиях, а также участвуют в проведении контртеррористических операций. Также подразделение борется с преступностью совместно с коллегами из других правоохранительных органов. Когда войну забывают, начинается новое. Память – главный враг войны, говорит известная мудрость. Магаданская областная универсальная научная библиотека имени Пушкина является организатором встречи трех поколений – участников Второй мировой войны, Афганской войны и боевых действий на Северном Кавказе, а также подрастающего поколения. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества. Прежде всего, хочу сказать, что еще в 2002 году, до создания Союза пенсионеров России, в рамках областного совета ветеранов, мною было предложено проведение такого мероприятия, как встреча трех поколений. Крайне важно чтить опыт людей, прошедших войну. Встречи с людьми, которые сами принимали участие в военных действиях, были очевидцами суровых событий и доблестных подвигов. Это самый лучший способ передать подрастающему поколению чувство патриотизма и любовь к родине. Такие мероприятия мы проводим регулярно. Они пользу приносят, уважение к старшему поколению. Ну, а самое главное, что молодежь слушает и это видит. Я могу сказать, что я сам офицер и медаль за воинскую доблесть имею. Я сам с удовольствием хожу, ну и призываю ребят, чтобы они шли служить в армию и были достойными защитниками Родины. Участие в мероприятии принимали и волонтеры. По словам подростков, они регулярно принимают участие в подобных мероприятиях. Для них они несут не только патриотическую ценность, но и вызывают живой интерес к истории большой и малой Родины. Участники утверждают, что рассказы ветеранов намного шире раскрывают исторические факты, чем те, что преподают в школе. Сегодня мероприятие направлено на диалог между тремя поколениями, чтобы мы не забывали об исторических событиях, которые происходили в нашей стране, за границей нашей страны, в которой мы принимали непосредственное участие, чтобы мы помнили о тех жертвах и событиях, которые пришлось нам пережить. Лично от себя я хочу сегодня услышать достаточно интересные истории от людей, которые были в военных конфликтах. Я хочу узнать их историю, я хочу послушать их событиях, перенять для себя тот опыт, который они имеют, и помочь нам всем, чтобы такого больше не случилось. 20-я встреча под песни военных лет и видеоряд боевых действий подошла к концу. Защитников Отечества молодежь поздравила с наступающим праздником различными музыкальными номерами. Семнадцать команд образовательных учреждений Магадана приняли участие в военно-спортивных соревнованиях. Для юношей Колымы прошли открытые городские лично-командные состязания по военно-спортивному многоборью «Магаданские витязи 2021». Мероприятие ежегодно проходит в спортивно-военном центре «Подвиг» в феврале, будучи приуроченным ко Дню защитника Отечества. В этом году у нас участвовало порядка 70 человек в этих соревнованиях. Это 17 команд. Значит, на сегодняшний день подвели итоги. Эти итоги сейчас будут озвучены, и победителям будут вручены призы ценные и дипломы, грамоты.
Ребята показали свои навыки по стрельбе, сборке и разборке автомата и спортивной подготовке. Победителем состязаний «Магаданские витязи 2021» стала команда горно-строительного колледжа. Уже второй год подряд в этих соревнованиях они занимают первое место. От центра «Подвиг» на состязании была только одна команда. Остальные бойцы – учащиеся общеобразовательных учреждений Магадана. Помимо магаданцев, показать свои навыки на соревнованиях приезжали и ребята из поселков Армань, Сокол и Уптар. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 50-летнего мужчины в покушении на убийство. По версии следствия, 27 декабря 2020 года магаданцы выпивали в одной из комнат общежития по улице Полярной. Мужчины не поделили между собой продукты питания, из-за этого начался конфликт. И обвиняемый нанес пострадавшему не менее 3 ударов металлической монтировкой по голове. Впоследствии, когда гость решил покинуть комнату, мужчина не менее 3 раз ударил его ножом в спину. Летальный исход не наступил, поскольку в комнату в этот момент зашла соседка, а пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь. По заключению судебно-медицинской экспертизы 47-летний потерпевший получил телесные повреждения, которые квалифицированы как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Следствие собрало достаточный объем доказательств. Уголовное дело передали в прокуратуру Магадана для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд. В библиотеке имени Пушкина губернатор Колымы Сергей Носов вручил награды лучшим преподавателям региона. На этой встрече колымские учителя рассказали Сергею Носову и министру образования Магаданской области Анжеле Шурхно о волнующих педагогов проблемах. Также они внесли предложения по развитию и улучшению качества образования в регионе. Сергей Носов отметил ценность учительского труда. По его словам, педагоги выполняют не только образовательную функцию, а еще и воспитательную. Кроме того, губернатор заверил участников встречи, что выделенного в этом году бюджетного финансирования, а это около 8,5 миллиардов рублей, хватит, чтобы решить как озвученные на встрече просьбы учителей, так и запланированные ранее работы по капитальному ремонту школ и их техническому переоснащению. Глава области поддержал идею поездок для учащихся в другие города на экскурсии и мероприятия. При выезде на отдых или за территорию Магаданской области, или даже сейчас на территории Магаданской области, значит, дети не должны ощущать зависимость от материального благополучия родителей. Прошедший год стал новой ступенью в сфере образования, заявляют учителя. Способствовали этому режим дистанционного обучения и активная инновационная работа педагогов. Константин Зеленский, преподаватель истории, получил звание «Учитель года 2020». Подробнее об этом рассказала Виктория Каранова, которая представляла Магадан в составе членов жюри данного конкурса. Магадан – это не просто был бренд этого фестиваля педагогического мастерства, о Магадане говорили все. По словам Виктории, Константин Зеленский рассказал о городе так, что участники из других субъектов захотели побывать на Колыме. Сам же призер поделился своими впечатлениями о проведенной встрече. Во-первых, я был очень обрадован тем, что узнал новость об увеличении бюджета, да, выделяемого на образование. И, безусловно, мне приятно, что губернатор Сергей Константинович, он выслушал все наши предложения, и все предложения, которые сегодня были озвучены, они были поддержаны. Предложения связаны и в области образования, и в области воспитания, и в области кадровой политики. Поэтому самое приятное, что люди, которые принимают сегодня решения, понимают наши чаяния и готовы в ближайшее время, буквально 2-3-5 лет, работать над стратегическими проектами. Для нас это, конечно, для учителей, как бальзам на душу. Для Константина Зеленского важно, чтобы его ученики на выпускных экзаменах показали достойный результат. Он планирует и дальше развивать свои творческие проекты.